Всем привет! Видео весьма традиционной задачки. Нужно посчитать количество квадратов. Сколько квадратов у нас на рисунке? Есть разные задачки, разные рисунки. И с треугольниками, и с прямоугольниками, и с квадратами. Ну вот мне вот это больше всего нравится. Как-то как-то учителю надо было выйти из класса, это еще в начальной школе было. Ну и чтобы как бы не шумели дети в классе, он вот дал такую задачку. Сказал, кто решит, тому, значит, поставлю 3 пятерки. Ну и, собственно, поэтому, значит, в классе никто не шумел, все сидели и решали, а тот, кто пытался шуметь, вот, значит, сразу как бы пригвоздили, сказали, не хочешь пятерки, ни другим не мешай. В общем, пока я рассуждал, вы, наверное, уже все посчитали, поэтому я сразу перейду тоже к посчету. Давайте считать. Вот у нас, значит, один большой квадрат есть, да, со стороной 4 на 4. Вот я его обведу. Это не очень аккуратно, но тем не менее я его обведу. Это вот у нас один, да. Дальше, какие у нас квадраты есть? Ну, давайте считать квадраты со сторонами 3 на 3. Сколько их у нас? Ну, у нас их вот. Да? 1. Значит, с другой стороны там 2. Вот, да? Ну и снизу 3. И снизу справа 4. То есть вот у нас плюс 4 квадрата. И давайте считать, значит, квадраты со сторонами 2 на 2. Сколько их будет? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. Больше нет, мы посчитали все. Все по очереди, ничего не забыли. Мы их 9. Ну и, собственно, теперь самое основное, что видно было с самого начала, это маленькие квадратики 1 на 1. Сколько их? Ну, я их не буду вводить все, это вот эти квадратики, понятно, да? Сколько их? 1, 2, 3, 4 на 4, их 16 будет. Ну, раз их будет 16, то все и складываем. 1 плюс, давайте так удобнее, да, у нас будет 1 плюс 9 это 10, а 4 плюс 16 это 20. То есть это у нас 10 плюс 20, получается 30 квадратов у нас на рисунке, и это и будет правильным ответом. Ну, если вы найдете какие-то дополнительные квадраты где-то, которые я не учел, ну, пишите в комментариях, будем разбираться.